Айла, потом у тебя же эфир был с ней. Окей, да, помню. Вот, у нее видел такую новость, что якобы Долму и песню Сары Гелен записали в ЮНЕСКО как всемирное наследие Азербайджана. Ты что-нибудь про это знаешь? ЮНЕСКО включает жанры. Например, да, там вот регги недавно включили. Если зайти в азербайджанское наследие, можно увидеть жанр азербайджанский мугам. Уважаемый Агаси Иганян, в первую очередь не стоит настолько обесценивать международную организацию ЮНЕСКО, так как она не говорит в вашу пользу. Да, долма – это азербайджанское национальное блюдо. Само слово «долма» имеет смысловое значение и перевод, как начиненное, фаршированное. В Азербайджане в домах в первую очередь, конечно же, все любят долма из виноградного листочка. Но также между собой мы называем «ючбаджи» – долма, которая фаршируется и начиняется. Это перец, это баклажан, это помидор, и это тоже называется долма. Поэтому не стоит говорить о том, что ЮНЕСКО что-то причисляет Азербайджану, но делит на какие-то ветви. Нет, это не так. Долма, само слово, имеет значение. И не имеет значения, какой овощ или лист фаршируется.